К другим темам. 30 мая заканчивается прием заявок на участие в региональном проекте инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Жители округа могут предложить свои идеи и определить, куда будут направлены бюджетные средства. Идеи граждан реализуют уже в 2021 году. Ямальцы сами решают, куда будут направлены бюджетные средства. Каждый житель округа может предложить свою идею. Для этого достаточно оставить заявку на портале живемнасевере.рф, либо обратиться в проектный офис. Сегодня уже 190 ямальцев предложили идеи, как сделать свой город или район еще лучше. Стоит отметить, что проект «Уютный Ямал» – это не только благоустройство и формирование комфортной городской среды. Например, житель города Лабытнанги предлагает провести фестиваль исторической реконструкции, а жители города Муравленко вышли с инициативой организовать соревнования по рыбной ловле. Предложить свою инициативу северяне могут до 30 мая. Уже в начале сентября пройдет голосование, и мы узнаем, какие проекты будут реализованы в будущем году.